Шестеро на одного. Герой. А ну марш! Что там у тебя? Твой? Они его гоняли. Он маленький, замучился. А откуда они его взяли-то? Не знаю. Я его не отдам. Правильно. Хороший пес. Овчарка. Узнаешь? Астон рядом. Ну ладно. Товарищи, вы находитесь на священной земле Брестской крепости. Здесь в первый же день войны полчища врагов встретились с небывалым мужеством, стойкостью и отвагой советских воинов. Шли дни и ночи боев. В строю оставалось все меньше воинов. Не было хлеба, воды. От огня плавился камень, но крепость не сдавалась. И бойцы писали на стене кровью: «Умрем, но из крепости не уйдем». Отмечая исключительные заслуги защитников Брестской крепости перед Родиной и вознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой». И теперь, в дни торжеств, вечернее небо над крепостью озаряется праздничными огнями салюта. Thank you.
Что это такое? Саша, пора вставать. Осторожно, что это за лужа? Я сейчас вытру. Так. Первое упражнение. Шаг левой ногой вперед, руки вверх, потянуться. У нас что, квартира? Или зверинец? Ты меня ничуть не жалеешь. То ежи, то змеи, теперь кутенок. Мам, так он подрастет и не будет. Мам. Он уже почти большой. Отец вернется, а в доме собака. Он тебя за это не похвалит. Она же не кусается. Этого еще не хватало. А ты забыл, наверное, как к нему в сапог змея залезла. Во-первых, это была не змея, а уж. Во-вторых, уж, как всем известно, не кусается. А в-третьих, собака в сапог не залезет. Помолчи, профессор. Вот что, Сашенька, вот тебе яблоко, а собаки, чтобы сегодня в доме не было. А куда я одену? Куда хочешь. И не забудь запереть квартиру. Собачка. Это овчарка. Он пограничный? Нет, уличный. А как его звать? Красивый. Уступи собаку. Нет. Напрасно. Как жаль. Он будет выступать в цирках, как Кайтек Мишек Джонни. Опять пришел. Опять. Тебе не стыдно? Я принес собаку. Ты выпустил всех птиц из клеток. Два скворца улетели. Зачем ты устроил это безобразие? Осенью все птицы улетают на юг, а эти остались в клетках. Но это же учебные пособия. Я принес собаку. Собаку не надо. Это 7-я? Рассаживайтесь. Но ведь собака млекопитающая. Правильно. Собака млекопитающая. Но это домашние животные. Вот если бы ты принес хорька... Не принимают. Нет, там хорьки нужны.
Что ж теперь делать? А что это у тебя? Булка. Опять пошла! Жилюшенька вздохнула, восхищение не снесла и к обеде не нырла. Долго царь был неутешен, но как бы и он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Правду, молвит молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела и умом и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей приданное дано было зеркальце одно. Свойства зеркальца имела, говорить она умела. С ним одним она была добродушно весела. С ним приветливо шутила и красою сговорила. Свет мой, зеркальце, скажи, да все правду доложи. Кто принес собаку? Я спрашиваю. Я знаю, кто принес собаку. Это не собака, это же щенок. Сядьте. Календа. Замолчи, ябеда. Собачник. Ой, Нина Дима! Немедленно забери собаку. Нина Петровна, а он не кусается? Держи его, держи боком. Собачник. Табору на батарее! Скорей! Бэс, куси ее, куси, па! Вперед побежал! Ой! Таборка, выйди из платья. Нина, собака? Ты что, принес собаку в класс, да? Ужас какой! Сейчас же иди к директору. Ты слышишь, что я тебе сказала? К директору. Она же у тебя залает сейчас. Можно войти? Войди. Фамилия? Таборка. А зовут как? Табором. Ну, имя-то у тебя есть? Есть, Саша. Но зовут меня все Табором. А я вас знаю. Да. Очень приятно. Собака. Постой, я где-то тебя видел. И щенка тоже, помните? У крепости. А зачем же ты принес собаку в школу? А куда же еще ее деть? Мать домой не пускает. В живом уголке хорьки нужны. Вот я и принес ее в класс. Она сидела тихо под партой, но потом сделала лужу. И Нине Петровне это не понравилось? Не понравилось. Все? Все. Николай Иванович, опять из... Спасибо. Оставьте, пожалуйста. Что же нам с тобой теперь делать? Надо вызвать мать. Ну, все говорят, не надо, ты говоришь, вызвать. Спасибо. Пожалуйста. Вы уговорите ее, чтобы она щенка оставила дома. Да, серьезная ситуация. Серьезная. Ну? А ваша собака пограничная? А что пограничная? Вместе служили. А Вулкан его таким же взял. Был мне еще на фронте пес. Мины противотанковые искал. Вот меня спас, а сам подорвался. Жаль. А твоего-то как звать? Моего. Вулкан. А мины она сможет искать? Сможет. Служебная собака все сможет. И раненых тоже сможет? Да, и раненых сможет. Если, конечно, с ней заниматься. Здорово. Ну? Командуй.
Пожалуйста, не говорите матери про птиц. А про каких птиц? Вы разве не знаете? Нет. Я в школе человек новенький. Директор, новичок. Новичок. Это хорошо, что новичок. Ну, а ты что, в школе человек известный, а? Табор. Да. Обо мне в стенгазете писали. Два раза. Это мой папа, когда он был на фронте. А теперь он служит на большом буксире. Мама. Мама, к нам директор пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Иванович. Валентина Федоровна. Очень приятно. Вы новый директор? Вторую неделю. Директор новичок. Так, дождались, что директор домой пришел. Что ты там еще натворил? Я ничего, эта собака лужу в классе сделала. Он собаку в школу принес. В школу? У меня уже руки опускаются, Николай Иванович. Я не знаю, что с ним делать. То бумагу поджег, то лампочкой разбил, то змею в школу принес. Змея это пресмыкающая. Вся. Вся. А собака домашнее животное. Она должна жить дома. Помолчи, профессор. Николай Иванович, собаки не будет. Валентина Федоровна, зачем же так? Собака дело хорошее. Простите, я вас не понимаю. Вы что, за собаку? Я за. Если, конечно, не бить лампочки и не сжечь бумагу. Мама, я за собаку. Я буду все делать. Мама, я буду тебе помогать. Мама, я буду хорошо учиться на пятерке. Ой. Мама, мама. Вот так. Понятно? Подарил мне мой друг. А я кость достала. Тащи. Притащу. Она сахарная. Сладкая? Собачник, задачник, собачник, задачник, собачник, задачник, собачник, задачник, собачник, задачник. Конус нарисовал ты правильно, а собаку плохо. Ну-ка, подвинься. А у тебя дома есть собака? Есть, овчарка. А как ее звать? Вулкан. О, хорошая кличка. А
что, у вас тоже есть собака? Есть. У меня вот такая. Смешная. А как ее зовут? Боб. К следующему разу прошу всех нарисовать любимых птиц и зверей. А ты возьми чистый лист и рисуй конус. Ольга Григорьевна, а можно нарисовать рыбок? Конечно. А я слона нарисую. А я черепаху. О, неплохо. Собачник, 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 собачник. Табор! Он у меня сегодня получит. Ты же обещал. Лариса, пошли! Иду. Табор! Ого, кокнули! Вот безобразник! Ну, стоящий безобразник! Кто это сделал? А кто же еще? Ваш Таборка. Снова Таборка. Что я тебе говорила? Я же не нарочно, нечаянно. Нечаянно. Теперь тебе попадет. Я промахнулся, но им же не объяснишь. Мат не забудет стекла. Девочки, это 14-й дом? Да. Беги с вулкана в крепость, скорей! Здравствуйте. Здравствуй, Олеся. Ты живешь в этом доме? Да. 23-я квартира здесь, да? Ой, Нина Петровна, не надо ходить в 23-ю квартиру. Стекло разбила я. Ты? Я. Как же ты его разбила? Из рогатки. Из рогатки, значит? Да. Очень хорошо. Надо спасать вулкана. Вулкан, я не брошу тебя, честное слово. Я буду приходить к тебе каждый день. А вот приедет отец, я возьму тебя обратно домой. Ему будет страшно одному в темноте. Здесь не темно. А ночью? Слушай. А если я вулкана возьму к себе? Маму я уговорю. Да я ее всегда уговариваю. Внимание! Приготовились! Ну как вулкан, хорошо папину туфлю утащил. А мама не ругается? Нет. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш щенок? Да наш. Очень хорошо. Измотал он меня сегодня. Скулит с самого утра. Видно, по хозяину соскучился. Соскучился. По взбучке твой хозяин соскучился, это точно. Отстань. А ведь как обещал. Баранов. У меня к тебе дело есть. Вот что. Ты сына моего знаешь? Собаку он завел. Собаку он мне столько наобещал. Это точно. А на деле опять нахулиганил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я тебя прошу. Уведи ты ее подальше. Только не убивай и не топи. Как скажешь, так и сделаю. Угу. Топить не буду. Угу. Негуманно. Да. И малому ничего не говори. Служебная тайна. Продаете? Собачку. Нашли место, где торговать. Пройдите. Слушаюсь. Пойдем. Хорошо. Да, хозяин. Слышь, не забудь, цепь купи. Да не забуду. А где же Вулкан? Он скучал, мама его пожалела и отвела к вам. Вулкан.
куда? Все ушли. Не нужно. Когда кончились уроки? Не очень нужно. Не пущу. Ты куда? Стой! Поборка, почему ты так поздно в школе? Поборка! Лестница. Хорошо. Астон. Ну, молодчина. Астон, рядом. Хорошо, Астон. Хорошо. Молодец. Гуляй. Хорошо. Здрасте. Таборка, привет. Ну, растет вулкан? Растет. Наверное, пора им уже заниматься. Служебная собака должна учиться. Ну, лучше было бы, конечно, на площадке. Но можно и самому. Вот смотри. Астон, ползи. Хорошо, Астон. Он так и на границе ползал. Подползет потихонечку к нарушителю. А ему новая команда. Астон, фас. Хо, видишь, ищет. Можно я проведу Астона? Чего ж, можно. Астон, ко мне. Держи. Собака должна быть у левой ноги. Запомни это. Держи. Крепче. Вперед. Ну вот. Скоро у тебя будет такой же. Не будет. Почему не будет? Из-за стекла. Из-за какого стекла? Фу. Я промахнулся. Честное слово. Постой, как промахнулся? Куда промахнулся? Вам не рассказывали. Да нет, еще не успели. Табор, ты чего? Видишь следы собаки? Это вулкана? Не знаю. Туда. Что, никого нет? Да, видимо. Звонил, звонил. А вы, простите, кто будете? Директор школы. Николай Иванович. А вы? Таборка старший. Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Видно, частый гость, раз дорогу знаете. Выходит так. Да. Что-нибудь натворил? Мой оболтус. Жалко, дома нет. Он, видимо, ищет вулкан. Так вот, сын не выполнил обязательства. Мамаша собаку и отдала. И вы считаете, что это серьезно? А почему бы и нет? Это какой фронт? Фронт? Ах, это первый белорусский. Это я после госпиталя, возле Орши. Меня царапнуло.
А меня вот под Витебском. Под Витебском? Это... Угу. Присаживайся, пожалуйста. Спасибо. Извините, я не предложил раздеть. Ничего-ничего. А нога что, тоже? Нет, это недавно, на границе. Демобилизован, так сказать, по ранению. Военный, а директорство? А, успел закончить заочно. Педагогический. Ну вот, определили в директора. Понятно. Значит, встретились солдаты Белорусского фронта из-за кутенка. Выходит так. Стоп, стоп, стоп. Баранов! Где щенок? Не могу знать. Ты брось поясничать, слышишь? А ну, вылезай. Говори, куда дел щенка, ну? Ну? Отдал, как велели. А ну-ка, веди нас. Ну, подождите вы, надели вы мне своим футболом. Господи. Ой. Тетенька. А вам что нужно? Тетенька, вы не видели здесь щеночка? Какого щеночка? Вот такого. Ой, мне бы вашу заботу вот. Вулканом зовут. Вулканом зовут. Ешь ты, не ешь. А ну-ка, иди сюда. Иди, Шарик. Шарик, иди сюда. Ну-ка. Ну, ешь, ешь, ешь. Да ты никак удрать собрался. А я-то забыл про цепь. Авария? Помощь не нужна, а? Нет, спасибо, не нужна. Не нужна. Подтянись. Не отставай. Служебная собака должна учиться. В школе? Не обязательно. Можно и дома. Я бы ее готовил к службе на границе. Научишь и отдашь? Нет. Вместе с ней пошел на границу. А ваши собаки пограничные? Пограничные. Они могут найти пропавшую собаку. Собаку? Да. А что же это собака, если ее надо с собаками искать? Хорошая собака. Вулканом зовут, не знаете? Середа не отставать? Нет, не знаю. Вот. Здесь. Ну, я пошел. Погоди. Хозяин! Хозяин! Сейчас иду! А ну, иди сюда. Шарик! Шарик! Иди сюда! Иди сюда! Ах, это ты! Деньги получила, собачка тю-тю! Ах ты, жулик! Я тебя сейчас...
иди, иди, скорее, скорее. Шарик, Шарик, стой! Дяденька! Вы, чего отразить собаку? А ну, пошли отсюда, а то я сейчас вот с цепи ее спущу. Твой вулкан? Да, вулкан. Вулкан. Ну? Сам дорогу нашел. О, молодец, умный. Что ж, пошли ужинать. Ух ты, какие лапы у него. Да не бери. Большие. Ладно, мать, ладно. А, ну, пойдем, пойдем. Я в книге читал, что овчарок всех нужно учить, особенно восточноевропейских. Вот, вот, вот. Ну, иди, иди, иди. Боится. Успели. Иди умывайся. Вот, да. Да. А вулкану дадут? Не знаю. Пошли. Ваши билетики? Так, оба участники, молодые люди. Хорошо, проходите. Проходите. Ваши билетики. Номер 4. Вызываются собаки породы восточноевропейская овчарка младшего возраста. Повторяю. Это нас. На ринг пошли. Номер 4. Мы младшие. Вызываются собаки породы восточноевропейская овчарка младшего возраста. На две. Вы на пять собак вперед. Вы на две собаки вперед.
На четыре собаки вперед. На две собаки прошу. На одну собаку. На три собаки вперед. Вы на две собаки. Хорошо. Вулкан! Вулкан! Не отставай. Неправильно судят. Не повезло, да? Центральную площадку вызывается для награждения призеры младшей группы собак породы восточноевропейская овчарка. У тебя деньги есть? Есть. Давай. На. Держи. Лучше всех. Лучше. Стой! Фас! Хорошо. Хорошо. Дай. Хорошо. 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 Фас! Фас! Фас, вулкан! Фас! Фас, вулкан! Хорошо! Молодец! Хорошо, вулкан. Фу, хватит. Фу. Фу, Астон, фу. Успокойся, Астон. А что же это тулуп убегает? Обожди! Не уходи! Это мой друг. Так это же директор. А разве директор не может быть другом? Держи. Тренируете вулкана на задержание? Да. Ну и как? Получается? Получается. Хорошо получается. Ты вулкана купал? Нет. Он же не умеет плавать. Это он тебе сказал, что не умеет плавать? А? А ну, раздевайся. Что смотришь? Ныряй. О, а говорил не умеет. Астон, рядом. Догоняй!
подумать. Ведь кто-то же веревку-то притянул. Такое безобразие. Чистейшее хулиганство. Но вы поправляйтесь, выздоравливайте, а мы виновного обязательно найдем. А виновного нет, я просто споткнулась. Ну что вы, кто-то же виноват? Никто не виноват, шалость еще не вина. Ну, знаете, мы вашим позвоним, вы не волнуйтесь. У нас не армия, Николай Иванович, у нас свои порядки. Мы всю жизнь работаем в школе. Да, солдатам было легче. И все-таки я не верю, что это сделал Таборка. Не верю, и все. Но веревку принес он? Собаку в класс принес тоже он? Да. Николай Иванович, тут просто нужно вызвать отца, и все. Ну, подождите, подождите. Подождем? А чего ждать? Не понимаю. Садитесь, товарищ, садитесь. Так, товарищи, завтра соберем общую линейку первой смены и поговорим. Таб, Таб, тебе чего? Твоей матери все рассказали про Анну Прокофьевну. А я тут при чем? Мать писала, я это сдала. Врешь. Не веришь, не надо. Она может сейчас. Уводит. Табор, обожди! Они подумают, что ты струсил. Струсил и убежал. Надо спасать Вулкана. Мать отдаст его. Я побегу за Вулканом. А если его уже нет? Если мать отдала его? Надо бежать. Я побегу. Я очень быстро побегу, а ты в школу. Может, ты их боишься? Я их совсем не боюсь. А где же Таборка? Не знаю. Позорное пятно лежит на нашей школе. И пока не найдется человек, который совершил этот подлый поступок, пятно будет лежать на каждом, кто учится в нашей школе. На каждом. И на нас, учителях. Вы знаете, о чем я говорю. Может быть, у этого человека найдется мужество выйти вперед? Так. Выходит, виноватых нет. Саша Таборка, подойди сюда. Николай Иванович, Таборки нет. Как нет? Так, нет. Значит? Вулкан! Вулкан! Понимаешь, Вулкан, случилась беда, но Табор не виноват. Понимаешь, Вулкан? Можно? Я опоздал. Таборка, иди сюда. Это твоя веревка? Моя. Я принес ее из дома. Держи. Зачем же ты ее принес? Мы хотели вешать портреты в классе. Табор,
Это ты натянул веревку в коридоре? Я не натягивал веревки. Я принес ее из дома, но потом она пропала. Не виноват, честное слово, не виноват. Вулканушка! Вулкан, нюхай. Нюхай, вулкан. Ищи, вулкан, ищи. Ищи, вулкан. Ищи. Вулкан, ищи. Чего она? Чего она? Она врет. Фу, вулкан, фу. Чего она? Она врет. Она врет. Чего она врет? На. Скройся из виду, начинайте искать. Вулкан. Угу. Сидеть, сидеть, сидеть. Хорошо. Ну, смотри, ищи меня получше. Вулкан, сидеть. Здорово. Здравствуй. Как дела? Хорошо. Хорошо. Ой. Рада, вулкан, рано. Вулкан, ко мне! Командир, мы окружены. Все немедленно в укрытие. 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 Стройся. Быстрее, быстрее. Табор, Олеся, к реке. Доставить воду раненым и пулеметом. Коля, Ира, в засаду, прикройте. Пулеметный расчет. К Холмским воротам. Остальные за мной. Быстрее. Олеся! 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 Смотри, что я нашел! Тише, иду. Что?
Вот. Ух ты. Это звездочка защитника Брестской крепости. Он стрелял вот оттуда из пулемета. Интересно, он сейчас жив? Наверное, его ранил. Видишь, кончик звезды отбит. Ага. Давай скорей. Когда я пойду служить на границу, я буду носить ее на пилотке. У меня еще 3 гильзы есть, винтовочные. И ложка солдатская. Подари мне гильзу. Нет, я лучше тебе ложку подарю. Здесь стены застыли от весна, больницы хранят тишину. Мальчишки бессмертного Бреста сегодня играют в войну. Товарищ командир, идут. Нужна раненому пулеметом.